В общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия прошла церемония присуждения почетной степени доктора богословия иерарху Константинопольской православной церкви митрополиту Диоклийскому Каллисту. Эта степень присуждается на основании значительных заслуг соискателя. Учебное заведение обычно тем самым дает понять, что считает почетным присутствие данного лица в рядах преподавательского состава, даже если это присутствие носит символический характер. Решение о вручении почетной степени митрополиту Каллисту утверждено святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Церемонию вступительным словом открыл ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Илларион. Владыка отметил, что это особый для учебного заведения день. Всего второй раз в своей истории оно присуждает почетную докторскую степень. И особая честь, что вручается она одному из виднейших православных иерархов. Митрополит Илларион напомнил, что областью своих исследований владыка Каллист избрал патрологию и остается ей верен на протяжении многих десятилетий научной деятельности. Несколько сот научных работ, внесших весомый вклад в развитие православного богословия, было подготовлено защищено под его непосредственным руководством. За годы своего преподавания в Оксфорде владыка Каллист воспитал многих исследователей православного богословия и наследия святых отцов, которые сегодня представляют православную церковь на огромном пространстве западного и восточного мира от Нью-Йорка до Москвы. Среди учеников владыки видные иерархи поместных православных церквей, крупные богословы. Митрополит Илларион также напомнил, что владыка Каллист принимал участие во многих важных проектах, нацеленных на развитие академического православного богословия и популяризацию православия на Западе. Большое внимание уделяет митрополит Каллист русской духовной традиции. Именно на русской почве наследие византийского исихазма получило второе дыхание в жизни и подвижничестве таких великих святых, как преподобные Сергий Радонежский, Нил Сорский, Серафим Саровский и Силуан Афонский. В торжественной обстановке ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры вручил митрополиту Диоклийскому Каллисту диплом и докторский крест. Церемония сопровождалась похвальными словами со стороны учеников митрополита, которые являются руководителями и преподавателями семинарии православных институтов в США, Великобритании, в Кембридже и Московской духовной академии. Митрополит Каллист отметил, что глубоко тронут и польщен честью, которую оказали ему, вручив почетную степень доктора богословия. I wish to express my profound gratitude to the rector of the institute. Хотел бы выразить самую сердечную признательность и главе этого учебного заведения митрополиту Волоколамскому Иллариону, а также ученому совету, который удостоил меня этой чести. Я рад видеть митрополита Илариона не только в числе моих бывших студентов, но и в числе своих близких друзей. Уверен, что сегодняшняя церемония еще больше сблизит нас. Я также хотел поблагодарить трех моих студентов за щедрые слова. Митрополит Каллист родился в Великобритании. В 1958 году принял православие. Продолжительное время провел в монастыре святого Иоанна Богослова на острове Патмос, где принял монашеский постриг. В своем почтенном возрасте продолжает лекционную и писательскую деятельность в Оксфордском университете. Во время выступления на церемонии в его честь митрополит Каллист поделился со слушателями размышлениями о том, что такое богословие, рассказал о богословах и святых отцах, оказавших на него наибольшее влияние.